Сегодня я выбрал, скажем так, немного неблагодарную тему, потому что на эту тему не слышно много проповедей. И я буду говорить о действии Святого Духа, о каких-то духовных дарах, проявляющихся в нас. Наберем вначале немножко водички. О проявлении духовных даров в нас. И как это работает? Я позднее скажу, почему эта тема перестала быть популярной. Но вначале я хочу начать совершенно с другого места Писания, о котором уже при вступлении сказал. И эти слова записаны во второй книге Паралипоменона Деврея Ямим Бет, 7 глава, с 12 по 15 стих. И здесь такие слова, это молитва Соломона при посвящении храма, который он построил во славу Господа. И Господь отвечает Соломону, явился Господь Соломону ночью и сказал ему. Кстати, здесь тоже действие Святого Духа, только оно происходит как дар понимать и видеть особые пророческие сны. И Бог говорит: «Я услышал молитву твою и избрал себе место сие в дом жертвоприношения». То есть Богу важно место, дом и жертвоприношение, то есть чтобы там чего-то делали. Жертвоприношение, суть его уравнивание. То есть когда кто-то грешит, через жертвоприношение происходит уравнивание, чтобы опять стать ровно перед Господом Богом. «Если я заключу небо и не будет дождя, если повелю саранче поедать землю или пошлю моровую язву на народ мой», то есть 13 стих, и если мы сейчас говорим об Израиле, у нас в этом году было море дождя, у нас там где-то было чуть-чуть саранчи, но это было незначительно, но вот эта моровая язва, очень неприятная штука, это корона, и до сих пор врачи не разобрались, как все это работает, как это все произошло, некоторые винят Китай, некоторые разные другие обстоятельства, но безусловно, здесь рука Божья, потому что такие вещи, они постоянно проходят в священных писаниях. В свое время моровая язва поразила Египет до корня за их восстание и за их восстание против Бога и подавление народа Израиля. И вот Господь говорит, то есть Он дает несколько шагов. «И смирится народ мой, который именуется именем моим». Смирится? Ну, по крайней мере, должен осознать, в чем смиряться. Очень часто народы, не только Израиль, это касается всего мира, посмотрите, что происходит по всему лицу земли, народы поймут, что они делают не так. Чтобы смириться, ты должен понять, в какой ты ситуации. Это также на личном уровне, когда мы понимаем, где, из-за чего в нашей жизни случаются какие-то напасти, то первое – смириться. Ну, сделать себя как минимум меньше. Ну, как бы сказать, Боже, я признаю, что я не знаю. Или человеку сказать, я не знаю. Иногда мы просто автоматически поднимаем нос, как будто мы себе что-то значим. Знаете, Писание учит нас, что да, с одной стороны, мир для тебя создан, но с другой ты из праха земного создан. И прах – это прах. «И будут молиться, и взыщут лица моего». То есть поймут и начнут призывать Его. Но если здесь мы обратимся к предыдущему стиху, где сказано о жертвоприношении, то здесь как бы безоговорочно придут к Творцу через жертву Иешуа. По-другому очень сложно подойти. Храм в Иерусалиме не существует сегодня, не актуален более, и нету другого пути, как прийти к Небесному Отцу в уравненном состоянии. Жертва Машеха. «И обратятся от худых дел своих». Обратятся – это связано с еврейским выражением «чува», когда люди поворачиваются и идут в правильном направлении. То есть, если вы хотите изменения в своем доме, или в своем бизнесе, или в своей стране, или как в данной ситуации, все эти поражения по всему лицу земли, нам, как народам, как индивидуумам, как группам, неважно, нам нужно обратиться, «чува». «Господи, помоги мне». Понимать, как делать правильно и делать правильно. То Писание говорят, я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их.
И ныне очи мои отверсты, и уши мои внимательны к молитве на месте сём. В данном случае это говорилось о храме. Иешуа расширяет эти слова своим диалогом с самаритянкой, говоря, и не только на месте всем, но по всему лицу земли, приходящие в духе и истине, могут призывать исцеление на землю. Я хочу сказать всем нам, пожалуйста, услышьте, это не призыв к лидерам, это призыв к каждому. И каждый из нас несет долю своей ответственности. Где-то мы нечестны, где-то мы лжем, где-то мы что-то взяли не принадлежащее нам, где-то чего-то. Пусть Бог поможет нам понимать, что в нашем предстоянии перед Богом, сегодняшнем и в вечности, вопрос нашей совести, где она там, как срабатывает, это очень важно. И помоги нам, Боже, всем почувствовать, где мы согрешили, и обратиться. Это и о правителях, это и о властных людях, это и о простых людях. Пусть Господь поможет всем нам, и давайте молиться об этом. Окей, сейчас я хочу говорить о Святом Духе, и я могу как бы допустить, что все, о чем я только что сказал, без действия Святого Духа также невозможно, но я хочу немножко с другого формата, с другого ракурса описать действие Святого Духа, тем более, что Иешуа когда-то очень четко в 14 главе Евангелия Иоанна сказал, что «Если любите меня и соблюдаете мои заповеди, я умолю Отца, Он пошлет вам Утешителя, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его». То есть это духовные какие-то сферы. «И Он придет в вашу личную жизнь, и Он вас наставит, научит, не оставлю вас сиротами, говорит Господь». Погружение в Святой Дух, я думаю, многие из вас слышали. Фактом является то, что верующие первого века пережили. И они пережили то, что переживали до них только какие-то индивидуумы, цари, пророки, может, какие-то особо отличившиеся люди. Ну, так, по крайней мере, мы видим из священных писаниях, там были какие-то группы больше, меньше, которые чувствовали, как Святой Дух приходит в жизнь и направляет. Кстати, эта тема не очень популярная по некоторым причинам, ну вот я как бы отвлеченно хочу сказать, она потеряла, то есть лет 25-30 назад она была очень популярна, но сейчас меньше на эту тему говорят, потому что по некоторым причинам, что некоторые люди, которые, да, были открыты для Святого Духа, в какой-то момент дискредитировали его своими действиями. И поднявшись на определенную позицию, они показали свою неверность. Но здесь я хочу парировать Словом Божьим, которое говорит, разве неверность человека может подавить истину Божию? Это не значит, что нам нужно уходить от этой темы и искать, когда некоторые отступили от неправды. Также другая причина, почему эта тема сегодня не очень популярна, мы живем во время, когда происходит, что называется, вспышка знания. И Писание тоже про это пророчески говорят, что будет время, когда знание будет наполнять землю. Сегодня ты нажимаешь пару кнопок на клавиатуре, и интернет тебя приводит куда ты хочешь практически. И многие люди заменяют желание оставаться в некотором неведении, потому что когда ты с Богом непознаваемым, и ищешь не совсем объяснимого, имеется в виду помазание Святого Духа или погружение в Святой Дух, ты больше, может быть, склоняешься к рационализму, знанию, конкретике. И это реальность, но я думаю, что Писание нас все-таки подталкивает посреди много знания к доверию Господу Богу, потому что вот, смотрите, со всем развитием медицины, технологий, вот коронавирус ничего не могут сделать, и ответ он все равно в Отце Небесном. И в первом послании к Коринфянам, 14 глава, 2 стих, сказано, кто говорит на незнакомом языке, гласолалия, то есть непонятные фразы, Богу говорит, не человеку, он тайны говорит духом. То есть здесь рассказывается о какой-то таинственной части жизни верующего человека,
которую некоторые отвергают, потому что хотят быть рационалистами. Рационально. Вот если не понимаю, не приближаюсь. Вы знаете, я сейчас без критики говорю, но в Израиле доминирующая группа среди верующих – это все-таки группа не харизматическая, а более консервативная. Я их ни в коей мере не сужу, но многие из них, они считают, что все, что связано с дарами Святого Духа, оно было актуально в 1-2 веке, когда Господь Иешуа насаждал помазанную группу своих последователей. Тогда нужно было это, чтобы разрушать какие-то твердыни. Такое мнение здесь существует. И я думаю, что я уважаю их мнение, имею немножко другое. И вот мы об этом будем говорить. Ну и как бы многие люди, почему не касаются этой темы, они знают такое немножко полублатное слово «духоманство», как некоторые люди просто впадают в экстрим духовный, и они начинают бегать за пророчествами, видениями и прочими вещами, о чем Писание тоже нас не ободряет. Писание говорит, да, достигайте даров духовных, но будьте сбалансированы. Вы должны быть четкими людьми, вы должны быть людьми, которых воспринимают другие, а не то, что вы стали какими-то духовными фантазерами. Я не самый большой спец в духовных вещах. Точнее скажу, что я самый маленький из людей, которые понимают, и есть много умнее и помазаннее, и знают, разбирают детали. Но я хочу поднять эту тему, чтобы каждый из нас мог начать искать поиск. Боже, ответь мне, направь. Я сейчас пробегусь по священным писаниям, чтобы показать, как действует Святой Дух, и, пожалуйста, давайте будем открыты. Итак, первые слова о Духе Святом или о Духе Божьем, там более четко написано, мы встречаем прямо в книге Бытия, в первых стихах, и там написано, что над землей был Тов-Вавов, и Дух Божий витал над землей. Тов-Вавов переводится по-разному, безвидно или пуста, можно сказать, хаос был, что-то хаотичное. То есть, как будто там произошла какая-то трагедия между первым и вторым стихом Библии, и Дух Божий пришел, чтобы исцелить, структуризировать и собрать заново эти небеса и землю. Некоторые говорят по-другому и говорят Тов-Вавов правильный перевести как сотворенное Творцом движение атомов и микрочастиц, которые Святой Дух направлял, или Божий Дух направлял и складывал их в какую-то форму, которая потом приобрела то, что мы частично видим сегодня, то, что мы, наши глаза. Но суть здесь, что Божий Дух структуризирует, то есть вводит порядок, делает какую-то конструктивную положительную работу, созидая нечто доброе. И это вполне ассоциируется со словами в Новом Завете, где сказано, где Дух Божий, там устройство. Я, наверняка, вы помните все этот стих. То есть Божий Дух там, где присутствует, там, где ему позволяют быть, там всегда все приходит в устройство. Это, кстати, еще один ответ тем людям, которые ищут семейной гармонии. Возможно, вы просто мало молитесь вместе со своим супругом, супругой, и не даете места Святому Духу пребывать в вашем доме, чтобы его сверхъестественная гармония структуризировать наполняла ваш дом. Услышьте меня. Следующий стих, где говорится о Святом Духе, там немножко в негативном, или о Божьем Духе, там немножко негативно. Вы, наверное, замечаете, я часто поправляю себя, говорю «Святой Дух», потом «Божий Дух». На самом деле такого выражения, как Дух, «Святой Дух» в Писании нету, и даже в Новом Завете нету. Там есть написано «Дух Святости», «Руаха Кодеш», «Дух Святости», то есть «Дух Бога». Поэтому говорю так или так, это в принципе одно и то же, не обращайте большого внимания. Итак, второе упоминание о Святом Духе говорится в момент, когда Господь, как бы, Миша на эту тему комментировал, разочарован творением. На самом деле слова разочарования – это слова для нас. Бог никогда ничем не разочарован, просто Он говорит, так себя ведете, будет суд. И это предпотопное время, когда Он говорит, нет, не буду больше позволять духу, пренебрегать духом моим.
И вы все помните эти стихи. Это 6 глава, 3 стих Бытия. Но суть этого стиха и такова, что Божий Дух, он продолжает структуризировать землю. Но когда люди в массе или в мини-массе, неважно в каком коллективе, говорят, мне не нравится эта структуризация Божия, я хочу пойти своим путем. Вы помните все эти выражения? А мы пойдем своим путем. И когда мы, в кавычках, идем своим путем, то всегда мы приходим к плинтусу, там, где нас просто жизнь размазывает по песку. И вот народ, который жил тогда до потопа, они решили пойти своим путем, и они противостояли всем Божьим постановлениям, которые были даны для того поколения. И Писание говорит, и земля наполнилась хамас. Хамас – это такое состояние греховности, когда ты выбираешь зло. Не грешишь, потому что так получилось, или ты испорчен, а ты можешь не грешить, но ты умышленно избираешь зло. И на самом деле эти слова очень четко пересекаются со словами Иешуа, который говорит, кто будет хулить Руаха Кодыш, Святой Дух, Дух Божий, Дух Святости, тому не простится ни в сём веке, ни в будущем. И это связано как раз вот с этим состоянием, когда ты просто отвергаешь любое божественное устройство. Некоторые говорят, что хула на Святой Дух – это когда ты его прогоняешь. Или ты говоришь, уходи от меня, я с тобой не хочу дружить. Помните, как в фильме «Аватар»? «Уходи, ты здесь чужой». Нет, это совершенно не то. Это когда мы по жизни избираем путь греха, вот тогда мы оскорбляем Святой Дух, и Он отдаляется. Это то, что случилось в том поколении, и воды потопа просто уничтожили всех. Я повторюсь, по всей видимости, вот эта деструктуризация, когда мы нарушаем Божьи принципы, вызывает то, что сегодня называется COVID-19. И именно это время, когда нужно смирять свои души и говорить, Господи, прости, верни меня на путь правды. Потом идет определенный пробел в описаниях действия Духа Божьего. Хотя мы можем быть абсолютно уверены, что когда наши праотцы Авраам, Ицхак, Яков, 12 сыновей его, у которых по Писанию были бесконечные встречи с ангелами, не с людьми, с ангелами. И они говорили им, поступите так, сделайте иначе. Я вам хочу сказать, что ты не можешь с ангелами говорить без того, чтобы Руах Акодеш или Руах Элохим, Божий Дух, открыл тебе духовные глаза. Мы помним подобную ситуацию, когда Гиезию, слуге пророка, по молитве пророка Господь открывает глаза, и он видит ангельские войска, окружающие их. То есть без участия Божьего Духа наши бы праотцы, патриархи практически не могли видеть этот духовный мир, который только сам Господь может явить нам. И это подтверждено словами Торы, когда Господь говорит, разговаривает у горящего куста с Моисеем и говорит, кто дает человеку способность видеть или слышать или говорить. И это не только на уровне физическом, это также на уровне духовном, когда открываются глаза, и ты начинаешь различать вокруг тебя духовный мир. Поэтому я абсолютно уверен, что патриархи Израиля, которые избрали Бога своим покровом, знали Его Дух очень конкретно. Конечно, Писания показывают нам, как от дней судей до дней последних пророков очень сильно действовал Святой Дух. И там также пророк Самуил, который был великим пророком, и даже Саул, который пророком не был, но по случаю оказался в содружестве пророчествующих, и он вдруг почувствовал, как его просто наполняет пророчество. Помните, даже поговорка появилась, что этот Саул, этот бугай-рационалист, он тоже во пророках, то есть почему Бог, он был здоровенный мужик, 1,80 м, он был высокий посреди, здоровяк такой, и который занимался, его голова была обуреваема всякими политическими вещами, он
мне хотел то, и тут вдруг его наполняет Святой Дух. Я вам хочу сказать, что такие наполнения могут случаться с нами, раз мы попали в какое-то помазанное Святым Духом общество, мы вдохнули, нам понравилось, мы ушли, и это все осталось сзади. Ну, по крайней мере, вот так вот я понимаю, если вы понимаете несколько иначе, нормально. Другой царь Давид, этот, несмотря на свое, кем ты работаешь, я работаю царем. Что значит работа царя? Это не просто сиди и играй на арфе, сочиняя духовные псалмы, которых Давид сочинил около 4000. То есть Давид был крайне плодовитым духовным человеком, и в пророческом помазании он делал огромную работу, но кроме этого он сделал такой спецподряд, как приготовил все, включая чертежи и детальные проекты работы храма для того, чтобы его сын Соломон уже просто брал заготовленное и строил. Те из вас, кто когда-нибудь имели возможность построить свой дом или хотя бы покрасить комнату в своем доме, знают, что это все проект. А Давид смог сделать это и то, и без остановки был активным воюющим против врагов, активно созидающим, активно ведущим всякие политические диалоги. Но пророческое помазание, оно может следовать за нами в любое место. Мы не можем говорить, а вот если ты занимаешься не духовной деятельностью, то на тебе не может быть пророческого показания. Помазание Давида – это совершенно другой конкретный пример, что да, может быть в любом месте, если ты ищешь Дух Божий. Что интересно, даже имя Давида с иврита обозначает «додид», «возлюбленный», «кого любит Бог». И я хочу вам сказать, что каждый из нас должен, если мы веруем в Иешуа, который является прасыном Давида, мы должны как бы в себе иметь вот эту частицу Давида, возлюбленные. Тогда мы ищем Бога, и Его Дух находится с нами. Еще одна, после того, как оканчиваются так называемые времена пророков с Малахией, и потом приходит, и когда действовал Святой Дух, когда такие пророки, как Исаия, Иеремия, и Иезекииль, они могли записывать целые книги пророческие. И вообще в те времена до наступления эры Нового Завета пророчество было очень разнообразным, но основными его функциями было или какое-то сверхъестественное наитие, или люди ли видели сон, или видение, могли слышать голос. Они могли просто иной раз в Духе Господа, то есть быть в каком-то восторженном состоянии, и они открывали уста, и они начинали пророчествовать людям вокруг них. Иной раз Господь давал им делать пророческие действия. То есть, опять-таки, наитие Господа убеждало их, там, 3 года не есть тут пищу, или пойти и умышленно жениться на блуднице, чтобы показать через свое действие целому народу, что он блудит. Ну, как бы это были люди крайне самоотверженные, ревностные, и по-другому, как рабы Господа, их не назвать. И вот время Иешуа, когда Иешуа приходит и учит, иногда пророчествует. Я вам скажу объективно, и пускай это никому не режет ухо, но Иешуа суперпророком назвать нельзя в понимании объемов. Потому что если мы возьмем 4 Евангелия, которые часто описывают одно и то же событие, и даже все их вместе выберем оттуда просто пророческие высказывания, то их, может быть, наберется вот такая страница, может быть, 2. Это почти ничего по сравнению с книгами Иезекииля, или Иеремии, или Исаии. Но все пророки, которые были в Танахе, их чаще всего даже не называли пророками. Их называли или прозорливец, или провидец. Почему? Они в том действии Святого Духа, которое нисходило на них, они могли видеть будущее или анализировать современную ситуацию. Вот сейчас вам, народ Израиля, нужно так поступить. Или вот тебе царь Кир, который не был из Израиля, тебе нужно поступить таким-то образом. Но пророками, в плане пророк с иврита, это называется неви,
от еврейского слова «легави» или «вести путем». Писание выделяет три личности, которые были пророками. Один из них – это Авраам, другой из них – Моше, и третий из них – это Иешуа. И каждый из них определил эру, эпоху, которая не только окружала его дом, а повлияла на весь мир. Авраам – маленькая семья, но он стал Нави в том плане, что он явил Бога живого сломанному Вавилоном по населению всей земли. Моше, он дал слова истины, раскрыв небеса для Израиля и через Израиля для всего мира о уставах, стандартах и принципах Божьих. И Иешуа, как Ханави, как превосходный пророк, он явил миру возможность личностного и публичного покаяния и участия в том, что называется исцеление мира, исправление мира. То есть, когда сила воскресения из мертвых сегодня действует в нас, и пусть люди по-прежнему умирают, но, во-первых, есть обетование о жить в славе, но самое главное, через каждого из нас по действию Святого Духа, Божьего Духа, сила воскресения распространяется в мире. Пусть это невидимый горизонт, он влияет, и это то, что Бог использует в будущем. Мы продолжаем дальше. Итак, Иешуа воскрес из мертвых. И вот здесь началось нечто, что связано с Святым Духом на совершенно другом уровне. Потому что, что до сего момента было доступно царям, пророкам и некоторым индивидуам, притом вдруг стало возможно для самых разных людей. И им нужно было только открыться перед Господом, Богом. И мы помним, как все началось. Книга «Деяния апостолов», она очень четкий путеводитель по этому аспекту. И в «Деяниях» во второй главе написано, они были вместе, и сошел на них Руаха Кодыш, они исполнились, вышли на улицу и стали что-то делать. Они стали говорить не на непонятном языке, хочу отметить здесь, но на языке, который понимали другие народы. Они понимали, что эти слова значат. И там в Иерусалиме на праздник Шавуот было полным-полно евреев, которые приехали на поклонение Господу в храм с разных городов Азии, Европы, Востока, Юга, со всех мест. И когда они увидели, что эти простоватые, по одеждам узнавали, галилеяне, говорят на их языках, они сказали: про такое уже писалось в Священном Писании. Про такое мы уже слышали, это явно от Бога. И тут еще Петр встает и дает им там заключительную речь с ссылкой на Иаиля. Но откуда народ Израиля знал о таком случившемся событии уже? Если вы откроете 20 главу книги «Исход», это глава, где Господь описывает дарование 10 заповедей. Так вот, в 18 стихе там сказано, что когда эти заповеди давались, весь народ, или точнее все люди, а там были не только евреи, там была масса эрев-рав, на иврите их называют, или иноземцев, которые вышли вместе с Израилем из Египта, написано, каждый видел глаз. Как можно видеть голос? Голос можно видеть, когда ты видишь, что человек, говорящий на другом языке, понимает то, что ему говорят. Алло? Ну, это вот примерно из этой же серии, когда начинаются подъемы голоса и опускание колонок или чего, все начинают видеть, что что-то происходит не того. Короче, там в Шемот, исход 20 главе, 18 стихе, они видели, как глаз Божий разделялся на разные иностранные языки, чтобы все народы, которые окружали гору Синай, могли услышать слова Божьей Торы на своем родном языке. И это подобное случилось там, в Деяниях во второй главе. И мы не знаем, что это конкретно было. Есть такое слово, которое на греческом звучит как «глоссалия». Если вы откроете Википедию, то Википедия
поясняет глоссалию очень интересно, частично абсолютно правильно, но не полно, как вы можете догадаться, потому что Википедия – это не книга, толкующая Библию, но Википедия говорит так: «Глоссолалия – это речь, состоящая из бессмысленных слов и словосочетаний, имеющая некоторые признаки осмысленной речи, речь со множеством неологизмов и неправильным построением фраз, наблюдается у людей в состоянии транса, во время сна, при некоторых психических заболеваниях». Это первая часть. Вторая часть. В некоторых конфессиях христианства рассматривается как один из даров Святого Духа, именуемый дар языков или дар говорения на языках. И точный смысл лучше почитайте в разделах о пятидесятниках и харизматах. Итак, есть некоторое описание, что такое глоссолалия. И мы читаем по деяниям апостолов, что потом вот этот иностранный язык, мы как бы его нигде больше не видим, но видим, что ученики начинали говорить на непонятном языке, который правильно обозвать глоссолалия, и по тому, как другие принимали этот дар, они могли судить, дело хорошо или дело не вполне хорошо. Я дам простой пример. Если вы откроете 10 главу Деяний апостолов, когда Петра, иудея, против его воли притащили к Корнилию, который был римлянин, язычник, весь дом его был языческий, и ангел просто сказал Петру: иди, тебе говорят, вот тебе картина, не то, что ты должен некошерную еду есть, но то, что ты должен пойти к людям, которые некошерны. И Петр идет туда, в Кесарию, он приходит к Корнилию домой, и те говорят: о, мы вас ждали, нам ангелы говорили. И Петр говорит: и я к вам спешил, но не очень, меня ангелы заставили. Вообще, я как бы меньше всего хотел к вам идти, в дом язычников, чтобы оскверняться от вас. И пока он вот эти речи с ним вел, ему говорят: расскажи нам, что там случилось. Он стал говорить про Иешуа. Он еще немного поговорил, и вдруг он увидел, что те просто, говоря мирски или по-психологически, вошли в транс и стали говорить на языках. И что Петр говорит? Вау, язычники получили этот же дар, как и мы? Да этого не может быть. Потом, через 4 главы, в Деяниях в 15 главе уже собор апостолов сказал: это стопудово, это 100% Господь, потому что их сердца уже были направлены к Богу. Они уже хотели... Короче говоря, Петр в 11 главе Деяний истолковывает вот это вот: это Божий дар, Божие действие. То есть он истолковывает глоссолалию как некое Божье действие, которое ведет даже язычников к определенной славе. И прежде чем я продолжу дальше, там был большой спец по дарам и по иным языкам, это апостол Павел, и он на эту тему говорит очень много, мы через момент про это поговорим, как Павел в Коринфянах говорит, но я хочу сейчас развернуть перед вами некую другую картину, и будьте снисходительны к тому, что я скажу, потому что каждый говорит, а другой слышит и воспринимает, как он хочет. Но услышьте меня. Я буду читать из тоже того, что Павел пишет, 2 Тимофея, 2 глава, 20 и 21 стих. Повторюсь, 2 Тимофея, 2 глава, 20 и 21 стих. Павел здесь говорит такие слова: «А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, одни в почетном, а другие в низком употреблении. И так, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». То есть Павел говорит, что весь мир – это как большой дом. Творец там – господин, а люди, населяющие этот дом, делятся, подразделяются на разные сосуды. Кто-то золотой или серебряный, медный, деревянный, глиняный, я не знаю, для почетного употребления. И написано «для непочетного», в низком употреблении. Я хочу сказать, что мир, в котором мы живем,
наполнен самыми разными духовными структурами, о которых мы мало понимаем. Мы не можем их видеть, если Господь особым прикосновением не открывает нам глаза. Но мы читаем в Писаниях, допустим, такое выражение «силы начальства власти» или «духи злобы поднебесной», или «ангелы, херувимы» и прочее. Короче говоря, кто-то из них положительный герой, кто-то из них отрицательный герой. И вот здесь есть такое понимание, кому мы служим, тому мы и принадлежим. И по тому, как Павел пишет в Тимофеях, кто будет чист от всего. То есть мы можем выбирать, кому мы служим. А сейчас услышьте меня. Я уже читал место. Это второе место в Писании, где говорится о Духе Божьем. Когда Дух Божий, написано, недолго быть пренебрегаемым Духу моему людьми. Человечество было крайне развитым, и когда воды потопа сметают всех, кроме тех, кто остался с Ноахом, на самом деле они сметают не только годы, длину лет жизни, физические силы и способности, они также сметают или, точнее, запечатывают некоторые вещи, которые находятся внутри человека, чтобы он не мог ими пользоваться. Но фактом является то, что когда мы приближаемся к любой положительной или отрицательной, вы понимаете, к Богу или к бесам, духовной активности, от взаимодействия с духовными силами в нас что-то раскрывается. Именно поэтому очень часто люди, которые поклоняются вуду и танцуют вокруг этого дерева с резкими криками, вдруг начинают пророчествовать. Они прикасаются к духовному миру, и в них раскрывается дар провидения. Или которые начинают гадать по картам. Там есть тоже духовные атмосферы. Поэтому Писание говорит, не вноси в дом нечистого. Или наоборот, когда мы поклоняемся Господу Богу, мы вдруг начинаем чувствовать прикосновение от Духа Господнего, и мы раскрываемся для Него и делаем почти те же действия. Или пророчествуем, или говорим какие-то вещи, или видим какие-то вещи, или говорим глоссалия. Фактом является то, что на глоссалии говорят не только верующие пятидесятники или харизматы. Есть группы ислам, которые люди из ислама, и они начинают входить в транс, начинают говорить на языках. Мне одна женщина рассказывала, что она пошла на курс оздоровительной гимнастики, и их посадили по кругу, включили мягкую музыку, и стал ведущий, там вообще не религиозная, просто гимнастика, говорит, давайте расслабьтесь, выдохните, вдохните. И вдруг она услышала, как люди по кругу начали говорить на иврите, иные языки называются джибриш. И она говорит, все стали говорить на джибриш. И они не были с какой-то общины харизматической, они все были неверующие люди. То есть они вошли в какое-то состояние, там, где действовала духовная сила, я не берусь судить, какая, вы сами рассуждаете. Я просто хочу сказать, что когда мы избираем поклоняться бесам, чему-то злому, то духовные дары могут в нас раскрыться, но мы будем сосудами в низком употреблении. Когда мы избираем Господа Бога и поклоняемся Господу Богу, то раскрывается в нас нечто, по мере веры, разумеется, и начинает истекать из наших уст или через наши руки проистекать исцеление. Но по факту важно сказать, что люди, поклоняющиеся бесам, к сожалению большому, намного больше открыты для таинственного и для духовного и для настоящего, чем многие верующие, которые пытаются заменить непознаваемую книгу Библия и непознаваемого Творца на рациональные теории и теологии. Разумеется, нужно опасаться, чтобы куда ни занесло. Но Писание учит нас, что духовные дары, которые даются по воле воскресшего Спасителя, написано «пленил плен и дал дары людям», это нечто актуальное и в наши дни. Разумеется, по мере веры, и это все тоже
двигается по графику, иногда вверх, иногда вниз, иногда ровно. Но, возможно, вот сейчас, когда все эти короны и злые слухи, нам нужно обратиться: Господи, дай нам духовные дары. Дай нам даже дар исцелять, в конце концов. Или дай нам видеть, что говорить, чтобы услышанными быть. Короче говоря, сейчас мы переходим к Коринфянам. Первое послание Коринфянам, 14 глава. И я читаю первые три стиха. Первое послание Коринфянам 14:1-3. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайны говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям назидание и увещевание». И я продолжу еще 5 стих. «Желаю, чтобы вы все говорили языками». Гласолалия. Но лучше, чтобы вы пророчествовали. То есть Павел здесь говорит нам вещи в еврейском стиле, употребляя слово мицва. Заповедь вам. Заповедь вам. Заповедь – это когда делаешь. Желаю, чтобы вы достигали. Желаю, чтобы вы искали. Желаю, чтобы вы... Ну, в конечном итоге, прекратили быть рационалистами только. Да, мы должны быть рационалистами. Мы должны быть духовными фантазерами и идеалистами. Мир, он серый мир. Он не только белый и черный. Но нам нужно сказать: Господи, я хочу и тайного. Потому что тайное иногда прикасается к реальности и обращает людей к покаянию, к вере, к Господу Богу. Короче говоря, что такое желать и ревновать о дарах духовных? Вы знаете, один человек сказал интересные вещи. Он говорит: дух дышит где хочет. Ну, написано в Евангелии. Но этот человек интерпретировал: дух – это дыхание Божие. И вот оно находится везде. И если мы начинаем, рассудив, просить у Бога вот этого таинственного, не для того, чтобы Он превознес нас, а для того, чтобы то, что называется Кегилат Машиах, тело Мессии, заработало в силу. Мы должны просить. Мы должны понимать, что это Его воля, и мы должны раскрываться перед Ним в молитве. И вот как этот умный человек сказал, он говорит: вы просто дышите им. И можете попробовать это сами, но можете быть в кругу других верующих людей. И молитесь, чтобы Божий Дух наполнил вас. Это может истекать из ваших уст, как пророчество или непонятные слова, гласалия. И если вы ищете Бога и поклоняетесь Ему, а небесам, то у вас нет даже малейшего сомнения думать, что Господь Бог даст вам вместо яйца камень и вместо хлеба скорпиона. Он даст вам просимое, чтобы использовать вас для того, чтобы вокруг люди назидались. Или чтобы вы тайны свои внутренние, даже о которых вы сами с трудом понимаете, на непонятном языке, непонятными воздыханиями возносили к Богу. Возможно, моя проповедь немножко обидит людей более консервативных. Но, пожалуйста, не обижайтесь. Я вам хочу сказать так. Те, кто говорят на языках или не говорят, если вы от Господа рождены, мы все одинаковые. Это как есть дети, у кого уши открыты для музыки, а есть те, у кого нет. Есть люди, которые увлекаются математикой и корякают формулы на стенках, потому что это их влечет, а другие смотрят и говорят: что он делает? Мы все разные. Но я повторюсь и скажу, что Павел сказал. Он говорит так: ревнуйте о дарах духовных. Желаю, чтобы вы все говорили языками и пророчествовали. Ну, я вам хочу сказать, это не предел. Там есть много других вещей, связанных с верой, с чудесами, с знамениями. И я вам сразу же сказал, что я маленький понимающий в этих делах. Есть люди намного больше. Если вы там где-то находитесь, обратитесь, пусть они вам подскажут. Но здесь на самом деле не человек-проводник. Проводник только два. Это вы с вашим ревнующим сердцем.
и Господь Бог, к которому вы можете обратиться и молиться, чтобы ваш глаз стал Его глазом. Я хочу помолиться в заключении. Небесный Отец, я прошу Тебя, чтобы полнотами Руаха Кодеш, наполнение Святого Духа, пришло каждому из нас. И дай нам быть не только теоретиками, но практиками. Я молю Тебя, Небесный Отец, чтобы даже те, кто сидит там далеко от этого места, или в Хайфе, или в Крайотах, или в Эйлате, или в Тель-Авиве, или в Ришане, или в любом городе мира, Твоя рука не сократилась, чтобы не только спасать, но и созидать из нас сосуды в чести. Сосуды в чести. Для доброго дела приготовленными. Я прошу Тебя, помоги нам ревновать о дарах духовных. Помоги нам просить, Господи, как у Гиезии, открой мне глаза. Сделай мои уста, как уста Самуила. Помоги мне быть не духовным фантазером, но духовным реалистом. Потому что сверхъестественное и непонятное в Библии есть реальность. Павел говорит в Коринфянах, что греки ищут мудрости, а евреи ищут чудес. Почему? Потому что каждый ищет то, что ему не хватает. И, возможно, не все слушатели мои – это евреи, которые ищут, должны искать чудес. Но вы присоединились к Израилю, а наследие Израиля – это воспринимать от Господа и мудрость, и чудеса. Пусть Бог поможет нам. Благословение всем вам. Пишите, обращайтесь. Я хочу напомнить, что у нас нет сейчас физической возможности собирать пожертвования. Пожалуйста, будьте верны. Я сейчас говорю о членах нашей общины, но также и тем, кто на расстоянии чувствует связь с нами. Участвуйте в наших расходах. Они не маленькие. Мы помогаем массе людей ежедневно. Кроме субботы, когда мы пытаемся помогать всем словом Господа. И пятницы, когда мы пытаемся отдохнуть. Остальные 5 дней в неделю наши гуманитарные проекты работают без остановки. Станьте их участниками. Пусть Господь благословит вас. Башем Иешуа Машиах. Спасибо вам. Бирката Коганим. Иварех леха Адонай ваишмиреха. Яэр Адонай панав элеха ваихунеха. Иса Адонай панав элеха. Ваясем леха шалом. Вашем Йешуа Машиах. Шавуа тов, шаббат шалом. Пусть Бог благословит всех.